Вот почему кошка спит на человеке. Когда кошка забирается на колени или ложится рядом, она таким образом показывает свое расположение и привязанность. Когда домашний кот спит в постели хозяина, он использует ее как теплое место со знакомым запахом. Ему спокойнее, когда он чувствует близость своего владельца, и при этом кот уверен, что так он контролирует человека. По другой теории, кот спит на человеке или его вещах для того, чтобы поглощать негативную энергетику и избавить его от боли. Это животное чувствует уязвимые места и ложится на ту часть тела, где болит и повышена температура. Кошка и человек. Для котов важно принимать участие в жизни хозяина и быть частью происходящих событий. Ложась на место человека, его одежду или прыгая к нему на руки, они чувствуют себя в гуще события, а с помощью обоняния получают дополнительную информацию. Когда кошка трется от человека и его вещи, она оставляет свой запах и принимает его как члена своей стаи. Особенно если котенок был рано отлучен от матери, он именно так и воспринимает человека. Кот переживает за него и если чувствует неполадки в его организме, ложится на слабое место, делясь своей целебной энергетикой. По непонятному человеку причинам кошка любит засыпать не в кошачьем домике, а в человеческой кровати или в кресле. Беременные женщины чаще всего испытывают неудобства, когда животное садится им на живот. Они переживают, что питомец нанесет вред давлением своего веса на формирующийся плод. А некоторые боятся, что кошка чувствует какое-то отклонение. На самом деле животное просто прислоняется к теплому и живому месту. Поведение питомца. Если котенок привык спать в кровати хозяина, такое поведение становится вредной привычкой домашнего кота. Его сложно отучить залезать в постель человека, хотя он давно перестал дрожать и мерзнуть. Став взрослым и независимым, по его мнению, кот все равно чувствует себя уязвимым во время сна. А так как он спит большую часть своей жизни, то запах хозяина успокаивает и дарит чувство безопасности. Человек во много раз крупнее своего питомца, и животное чувствует себя уверенным и неуязвимым под его защитой. Устраиваясь на кресле или диване, животное испытывает похожие эмоции. Но поскольку простыня и одеяло сильнее всего пахнут человеком, питомец предпочитает спать именно на кровати. Есть и научное объяснение тому, почему кот ложится на определенные места на теле хозяина. Ища самое теплое место, кот находит его там, где у человека повышена температура. Болезнь всегда начинается с воспаления и повышения температуры в больной части тела и соседних тканях. Если у хозяина болит живот, кошка ложится на это место, крутит колени, питомец сворачивается клубком на ногах своего владельца. Некоторые владельцы котов замечают, что после того, как кошка ночью поспит в их постели, они чувствуют себя гораздо лучше. Они уверены, что животное излечило или приняло на себя их слабость. Этому есть и логическое объяснение. Кошка оказывает эффект плацебо или зотерапии. Люди испытывают обычный недостаток сна, и выспавшись, сразу чувствуют себя хорошо. Нездоровые органы привлекают кота своим теплом, и поэтому он любит спать на самом теплом участке человеческого тела. Любимые места кошки. Для котов, которые не любят, когда их гладят и трогают, сон в кровати хозяев имеет эгоистичный смысл, с помощью которого животные самоутверждаются. Больше всего они любят полежать на груди, на спине, на голове человека. Кошка ложится на грудную клетку клубочком, когда ей этого хочется, и может делать вид, что спит, хотя лежит с открытыми глазами. Человек, видя, какое удовольствие доставляет его питомцу такая поза,
не решается согнать его с себя и готов терпеть эти небольшие временные неудобства. Залезая сверху на спящего хозяина, самовлюбленное животное пытается показать, что главное здесь оно, и его совершенно не беспокоит, спит человек или нет. Кот сидит на нем словно на своем трофее, довольный собой и своим положением в доме. То же самое можно сказать, если кот спит или сидит на подушке. Но те коты, которые предпочитают спать в ногах, обладают более мягким и миролюбивым характером. Кошки чувствуют усталость и тяжесть ног и стараются лежать рядом. Если кот сидит на подушке, он чувствует повышенную температуру и согревает себя, при этом успокаивая хозяина. Выбирая удобное место для сна, животное старается одновременно согреться и чувствовать себя в безопасности. Такими местами являются шкаф, комод, тумба и кровать, человеческий диван и постель для кота, места, где он чувствует себя хозяином дома или квартиры. Народные приметы. Самая известная примета про кошек гласит: где кот спит, там и болит. Это подметили люди, которым кот помог справиться с болезнями. Если человек занимается умственной деятельностью, а его кот любит лежать у него на голове, и после этого владелец животного чувствует себя отдохнувшим, ему несложно заметить, что питомец помогает избавиться от головной боли.